Строительно-монтажные работы в рамках исполнения президентского проекта «Социальная газификация» ведутся одновременно в 6 населенных пунктах Одинцовского округа – деревнях Ивунино, Скоково и Новошихово, селах Ершово и Каринское, городе Кубинка. В Одинцовском округе при исполнении проекта будет дегазифицировано в общей сложности более 170 населенных пунктов. Возможность подключиться к магистральному газу получит свыше 4500 домовладений, в которых проживает 12 000 человек.